И, в общем-то, продолжаем проходить Angry Birds. Так, погодите, не так. В принципе, получше. Или нет. Это получше. Так, давайте-ка еще одну. Так. Смеются надо мной еще. Блин. Так, погодите, надо еще раз. Это вот так. Блин, я не знаю, куда я попадаю. Погодите. Блин, ну почти получается. Вот ломана. Идеально. Так. Так, надо еще разок. Так. Буду. Бодумс. Отлично.
Так. Так. Блин, надо как-то поправильнее попасть. Смотрите, раз, два. Ай, стекляшка держит. Ладно. По-хорошему прикольно. Ну а тут материя. Отлично. Дальше. Опа. Подарок. Отлично. По два алматика. Так, реклама Angry Birds 2. Мы, наверное, так мы будем, когда будем, когда пройдем первую часть. Хотя это будет очень долго. Но постараемся пройти. Отлично. Опа. Yes. Так. Барон. Зокнем. Так. Так, поехали. Так, погодите. Тебе надо как-то подумать. Хорошо. Отлично. Так, сейчас уже пошел. Какой у нас уровень? Ага, 11. 11. Пяти. Это второй эпизод, кстати, там. Неизвестно. Так. Опа, три звезды, но я не расскажу.
прекрасное время. Блин, а тут сложно. Допустим. Так. Найс. Отлично. Блин, ну жалко. Итак. Опа. Замечательно. Бум, отлично. Так. Блин, так, тихо, тихо, надо подумать. Минус один. И как их до сих пор держит, непонятно. Итак, это уже почти что предфинал. Всего эпизода. Так. Так, ух ты. Как понимаю, свинки стали птицами. Опа! Бодумс. Так, это уже 20-й. 21-го. Так. Отлично.
Так, давайте-ка еще одну. Мне не дали, короче, птицу. И давай. Блин, так. Опа. Вот сам. Короче, не. Так. Ой, какой живучий-то. Так. Как понимаю, надо бомбы закидывать сюда. Нифига не понимаю. Так, давайте-ка, например, сюда. Блин. Так, давай, падай, 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 падай. Так. И... Блин. Опа, мне повезло, повезло. И давай, блин. Всё. Победа. Да, хрюк. Просто у него. Вот. Дальше уже идет по 15 уровней. По 3 ряда. Погнали! Добро пожаловать на сочный спелый пляж. Блин, я чаком одним ударом раздаю всех. Блин, типа путешествие по всему миру. И того. Так, ну давай, падай, 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 падай. А, ну и последний. Хоть я не уверен. А не! Какого, блин? Чего, блин? Уровень не пройден. Чего? Так, погодите. Так, в общем-то. А ну.
О, теперь пройден. А то почему тут был не пройден? Не понимаю. Так. Сейчас, последнего осталось добить. И добился. Так, хорошо. Опа, 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 опа. Давай. Ты думал, я тебя там не замечу? Заметил. Так, ладно. Опа, опа, так. Так. Отлично. Опа, самый чуть-чуть сложный уровень. Все, ну, изи, он прошел этот уровень. Так. Давай, 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 давай. Опа! Пещера просто... Опа, я помню, это Бэт-Пиггис, Бэт-Пиггис. Бэт-Пиггис, ребята, дамы и господа. Если хотите, чтобы я эту игрушку прошел, то давайте-ка... Не знаю, когда пройду эту игру тоже полностью. Итак. Вау. Бэт Пиггис. Будем. Блин, как я помню эту заставку из игры Бэт Пиггис, просто класс. Так, уже наше время кончилось для... Опа, лаборатория. О. Тупо, наверное, на 3 звезды, да? Да? Да, на 3 звезды. Тупо на 3 звезды. Опа, у нас появился Ред всемогучий.
Рекс всемогущий. Что еще сказать? Блин. Так, погодите, куда мне стрелять вообще? Блин. Так. Думаю, я понял, как надо. То есть надо поверху. Так. Отлично. Так, вот опять наша опять химическая лаборатория. Так. Блин, так, тихо. Надо еще раз. Блин. Так, надо еще. Так, блин, так, я опять чуть-чуть запутался. Опа, теперь правильно. Ну, одна звезда. Ну ладно, все равно я на 3 звезды не рассчитываю. Опа, большой ТНТ. Оказывается, Блин. Так, давай, блин. Здесь, кстати, можно получить вентилятор за прохождение вот этого всего. Но... Как все, потому что обновили вот здесь. Блин, почему я чувствую такую мягкость? Теперь тут как бы две стопки. Сейчас. Ну ничего, выходит ремейк Angry Birds, как я помню, по новостям. Самих разработчиков. Вот, и теперь я решил поностальгировать, потому что Reload, не знаю, когда выйдет. Но посмотрим, как будет выглядеть ремейк сам же. Потому что я буду играть и буду ждать именно ремейк, потому что ремейк окажется великим. Angry Birds. Не знаю, но там будут еще и не только птички, но и свинки, конечно же. Так, это.
Опа, опять мы на море забираем. Мы на море, мы загораем. Итак, а тут уже все время кончилось. Сейчас вернем. Итак, дамы и господа, опять же Бэтфиги. Я помню первую, кстати, версию. Кстати, от друга Вене Геймс, который разработчик Fortnite Sweet Froggy, записывал первую версию этой игрушки. Вот теперь. Давай! Бум! А чё все перешли так по-быстренькому на шарики, а? А, ровно. Это уже уровень 7. Вот же, блин. Мне всего дается 3. Троих. Так, ладно, повторяем. Так, опа, опять химическая лаборатория. Ого! Кажется, это все пародирует на самих же птичках, да? А, вон там подсказки есть. Ладно, первую вот эту вот делаем. Теперь... Блин. Ну это 8 уровень. Что? Давайте еще одно. Так. Еще одна синяя троица мне не помешает. Блин. То есть надо сначала вот сюда попадать. Вопрос в том, как это там? Опа! Давай! Блин! Какого блин? Ай, так.
Как я понял, нужно сразу сюда попадать. Еще. Вот это лаборатория. А, так, ладно, сейчас все будет. Блин, надо как-то придумать. Блин, а так я вообще ни хера не попадаю. Всё! Понятно было. Опа. Так. Еще раз. Кажется, я понял, куда надо стрелять. Ага.